Давай, можем. Вот в исходе 15-16 глава там сказано, что в общем, народ израильский по пустыне шел днем и ночью. Для чего они ночью шли? Куда они торопились? Это дело уже спрашивать надо у Бога. Ночью перед ними светило. Столб огненный был, который все освещал. Как ртутная лампа сегодня. Бог знает. Может, для того, чтобы они увидели всю мудрость Божию заранее, сколько звезд на небе, столько детей Аврааму. А сегодня мы знаем где-то в 15 раз больше, чем видимых звезд. Вопрос это даже ставить нельзя. Бог сказал, поднимайся и иди. Почему так ценится ночная молитва? Ночь дана не только для сна, но и для молитвы. Это Иоанн Златоуст постоянно повторяет. А почему? Почему? Проверьте себя. Вот и весь ответ. На практике. Может, по какой-то там надобности ты встал, человек. Помолись. Хотя бы 100 поклонов положи. Я знаю, о ком больше всего надо молиться. О положении в церкви. О президенте нашей федерации. Сколько на него возложено всего. Это же не игрушка какая-то затеяна. Тем более, вот я сейчас материалы разослал, как беседуют. Что готовится для мира? Получили? А пандемии, которая называет... Да, получили. Все. Да. Ответа никакого нет. Умный человек, говорит, видит опасность и спасается, а глупый только раздражается. Я еще ему все местописания скину. А вы видите, говорит, Господь, ведра будет завтра, а знамение времени не узнавайте. Льстецы и лицемеры. Это Господь так говорит, как раз в 16 главе Евангелия от Матфея. В самом начале. Три. Хотя бы стиха взять. Вот так, дорогой. Благодарю. Да, Бог дал сигнал, вопросы отпадают. А почему? Да-то мы можем ломать все здесь. А во время войны, если сказали там или где-то в разведку уже, 10-ю партию посылают, человек по 10, и все погибают. И кто желает? Их шагнул весь строй вперед, хотя человек дрожит буквально, а не пойдет, по статье будут судить. Поэтому наступило время отвечать. Все кончилось. А почему занавешивали окна? Чтобы враг не нашел. А тут никого не было. Никаких врагов ночью. Более безопасный путь. И свет горел. А днем облако. Вот так. Слушаю дальше. Как будто никого больше нету. Отхожу. Спасибо.